На портрете изображена Татьяна Анатольевна Мамонтова, дочь Анатолия Ивановича Мамонтова, издателя, владельца типографии и книжного магазина в Москве. В 1889 году она вышла замуж за Григория Алексеевича Рачинского, филолога, переводчика и автора статей по вопросам философии и религии, двоюродного брата профессора ботаники Московского университета и педагога Сергея Александровича Рачинского. Занималась попечительской и благотворительной деятельностью. Татьяна Анатольевна приходилась племянницей промышленнику и меценату Саве Ивановичу Мамонтову, с именем которого связана деятельность Абрамцевского художественного кружка. С середины 1870-х в его подмосковной усадьбе Абрамцево проводили летние месяцы многие известные деятели русского искусства. «Живется очень легко, хорошо и не скучно. Воздух чудесный, удовольствия всякие, телесные и душевные, в волю, сколько души угодно. А главное, вблизи есть деревня, где крестьяне не дичатся меня и позируют охотно», – писал Репин, плодотворно работавший в Абрамцеве в разные годы. Татьяна Анатольевна с раннего возраста была сопричастна царившей здесь творческой атмосфере. Она участвовала в домашних спектаклях, которые своими силами устраивали члены кружка, и исполнила роль Купавы в особенно прославленной постановке «Сказки Снегурочка» по пьесе Островского, костюмы и декорации, которые были созданы по эскизам Васнецова. Ее связывали близкие и дружеские отношения с Валентином Серовым, трогательно называвшим ее Танечка. А молодой Илья Остроухов выделял Татьяну дороже всех девиц Мамонтовского круга и, по мнению современников, был в нее влюблен. Исполненный Репиным в 1882 году портрет Татьяны Мамонтовой можно поставить в ряд наиболее лиричных и узнаваемых женских образов, созданных мастером, что во многом обусловлено характерной композицией произведения. Художнику удалось органично совместить почти профильное изображение модели с ее расслабленной домашней позой. Татьяна представлена со спины, удобно расположившейся в кресле, чуть повернув голову в сторону зрителя. Несмотря на обилие черного цвета, колорит произведения, благодаря включению оттенков белого и розового, сохраняет мягкость, созвучную юному возрасту модели. Притягивает взгляд нежное цветочное украшение в волосах девушки, намеченное в общих очертаниях несколькими ударами кисти. Сквозь шаль, перекинутую через спинку кресла, справа вверху просвечивают красные мазки, а слева на фоне угадываются силуэты, записанные светлым цветом. Вероятно, фон и детали портрета были изменены, что часто случалось с Репиным, когда в поисках лучшего решения он по нескольку раз переписывал свои произведения частично или даже полностью. Репин подарил портрет Марии Александровне Мамонтовой, матери Татьяны, о чем свидетельствует авторская надпись на обратной стороне холста. «Бескорыстному другу всех артистов Марии Александровне Мамонтовой И.Р.»